Газ – один из основных источников энергии в современном мире. В Сарове около 40% домов оснащены газовым оборудованием. Несмотря на все свои преимущества, при неправильной эксплуатации этот вид топлива таит в себе опасность. Чтобы избежать трагедии, нужно помнить несколько простых правил. Про проведение регулярного ТО, которое у нас проводится, то есть допускать наших это, специалистов. Потом, естественно, не пользоваться неисправным оборудованием, то есть плита вы купили, то есть это ваша плита, это будет уже... Ваша собственность, то есть вы за ней уже будете как говорится, это не муниципально, то есть вам надо будет ставить за ваш счет. Вот. Э -э должно быть... Не захламлено, легко воспламеняющие предметы, не размещены ни на оборудовании, ни рядом. Поскольку газ не имеет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, чтобы заметить утечку на газорегуляторной станции, в него добавляют адорант. При появлении характерного запаха нужно немедленно перекрыть подачу газа потом провести мероприятие по проветриванию помещения и, естественно, вызвать специалистов и ждать. При этом, соответственно, не пользоваться ни электроприборами, ни открытым пламенем, постараться не пользоваться ни домофонами, то есть ни телефоном. Вызвали, ждем специалиста. При появлении запаха в подъезде нужно немедленно вызвать специалистов, предупредить соседей, оставить открытой дверь, не пользоваться открытым огнем и электроприборами. Утечки газа происходят в основном из-за человеческого фактора. То есть кто-то забыл на плите что-то убежало, залил комфорку, пошла утечка. У кого-то, скажем так, произвели подключение люди, не относящийся, не работающий газов, то есть произвели самовольные работы какие-то по ремонту или по подключению. Специалисты Саровгаз призывают граждан быть бдительными и при появлении запаха сразу вызывать аварийную бригаду, которая оперативно и своевременно ликвидирует взрывоопасную ситуацию. Все заявки принимают круглосуточно по телефонам 04-104-112 или 751-33. Екатерина Апенова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба Новостей Саров 24.